daldı derininden çıktı çöl rüyam kalbimin serabı bir kader gibi çöktü zaman bak deliklerimden sır ağırdı çınlayan bir çocukluğun korkuları. Доброе утро. И по мне самое доброе. Добро пожаловать на мой канал и в мой новый влог, в котором мы вместе с вами отправляемся в город моего сердца, в родину моей души и в самое лучшее место на земле – Стамбул. Для тех, кто смотрит меня в первый раз, нужно будет сказать, что Стамбул является городом, в который я езжу каждые 2-3 месяца. Связала свою жизнь с ним работой. У нас там производство в бренде, и я всегда хотела сделать так, чтобы в Стамбул я летала не просто по любви, но еще и по работе, и так и получилось. Это место силы, как бы это банально не звучало. Это город души, как бы это банально не звучало. Я знаю каждый его закоулочек, каждое здание, каждую улочку. Меня даже называют амбассадором Стамбула, и это всегда очень приятно слышать. Поэтому, если кто тут новенький, подписывайтесь на мои социальные сети в Запредграм и на мой любимый телеграм-канал. А я беру вас с собой, лечу я ненадолго, на пару денечков, и лечу я одна, поэтому вы всегда будете со мной, потому что в эту поездку мои лучшие друзья вы. Еще будет моя подруга Саника, но Саника с мамой, у них отдельная поездка, у нас просто так выпало, что мы летим в одно время. В общем, сейчас я в аэропорту, все прошла. Пойду искать Санику, она как раз здесь уже. Позавтракаем и отправляемся греться, потому что в Стамбуле шикарная погода по сравнению с Москвой. Мы в аэропорту, скоро будем в Стамбуле. Иншалла. Че надо? Сюда, вообще, сюда. Мы не договаривались. Да, я уже сказала. Я лечу с мамой и с тетей, а Шуня по своим делам. Че надо? Сюда, сюда. Это моя самая любимая наша фотка. Знаешь, почему она такая любимая? Мы просто вышли тогда Джихангир. Джихангире с отеля. Часов 12 ночи. Я помню. Ты... Я дома сидела. Да-да-да. Ты даже была. Сам были была. Вот, и мы Привет. Сидели там и просто, знаешь, пили чай и смотрели на улицу. Вот, в общем, такая у нас поездочка. Настроение пить чай и смотреть на улицу. Мы сегодня пойдем в Виану. Мидии. Галата. Все, вот база, вот это. Че надо? Проверить, сюда, как ее реконструируют. Сюда. Долго что-то реконструируют. Да. Но в целом реконструкция в Стамбуле очень долго проходит. Да, 9 чупашни несколько лет делали. Несколько лет? 9 чупашни прям долго было. В общем, шоколадница это наша база. Мы всегда сюда заходим перед вылетом. Я как раз Анике говорила, что я хоть и люблю летать одна, но мне все равно не бывает немножко некомфортно, если кого-то нет в городе из там супер близких, кому я могу примкнуть. Знаешь, когда кто-то куда-то улетает, ты скучаешь, а когда вы в одном городе, да. Ты вроде скучаешь, но мне не так сильно, когда вы в другом городе. Ты когда в Стамбуле жила, я даже если я одна была целый день, я такая, ну Саня есть? Да-да-да. Все нормально, при том, что в Стамбуле дофига знакомых, дофига друзей, но когда свои... Когда что надо, здесь все нормально. Значит, у меня здесь тоже наушники. Я уже как-то говорила, что я взяла Marshall, и они были очень красивые, эстетичные, и больше мне подходили, но... Задала на них тренд. Задала на них тренд. Все купили, пошли Marshall после меня. Но когда ты летишь более 2 или 3 часов, Marshall очень сильно давят на уши. Да, кстати. Я чуть с ума не сошла, когда в Таиланд летели. Мы летели 16 часов, на 2 месяца пересадкой. Я чуть с ума не сошла, поэтому...
далее. Еще надо. Скажи, что у подруги, не говоря, что у подруги. У нас одинаковые косметички. Мы там посмотрим. Посмотри, какой у меня классный штатив. Баба. О, ничего себе! Сука, представляешь? Я даже не знала, что встроенная он такой. Встроенная лампа. Заказал на Валберсе. А кто мы без Валберса? А там сюрприз. А кто мы без Валберса, собственно говоря? Какая-то фрутоняня, что-то пожмяка. Пленочный фотик. Я взяла пленочный фотик. У нас есть 30. Ты уже делала на него фотик? Парочка, но не проявляла еще. У меня еще с собой есть пленка. Она ЧБ. Мы можем пофоткаться. Очень давно хотела в Стамбул с пленочным фотоаппаратом. Карт-холдер мой любимый, самый любимый. Мой новый любимый кушонок. Дженозис. Дженозис. Просто нереальный кушонок. Миллион зарядок. Зарядки, адаптеры, когда ты блогер. Очень меня милую. Книга «Сила воли». Далее, мои паспорта. Смотри, какой чехол я купила во Флоренции. А Флоренция славится, короче, кожей, и они сами ручную делают. Очень сладко. Джуздан, кошелек. В России никогда не пользуюсь. Джуздан? Да, это на турецком. Джуздан только в Стамбуле, потому что только в Стамбуле у меня бывает наличка. И, кстати, чтобы вы понимали, здесь... Что надо? Лиры. Девочки дарили. На день рождения. На Принцевых островах. На Принцевых островах. Ключ от дома. Ну, мало ли я захочу вернуться в Москву. Да, как же будет. Роу. Патчи от Дарли. Дальше, что у меня здесь? 33 бальзама, да? 33 бальзама. А моя любимая термальная водичка от Avène. Вот я летаю сколько? Лет 10. Лет 10 у меня термальная водичка Avène всегда со мной. Крем для рук от Султан де Саба. Самый лучший. Перепробовал. Вот Байреда, кстати, очень сильно парфюмированный для меня. Для меня он жирный. Байреда? Вот они мне поднадоели. А Султан, он никогда не надоедает. Здесь, естественно, бальзамчик Роуд снова. Ну и мелочи, линзы, кстати, тоже. Там гегенин көрүнде, кожа гөзүнде, эллерин эллеринде. Tamamlandım diğer yarım, birbirimize yörünge, gözlerimizin önünde. Ребят, вы смотрите, какое уникальное явление мы застали. Мы видим Эльбрус. Его редко увидишь без облаков в таком ясном виде. И вот он, его величество. Merhabalar, İstanbul'a hoş geldiniz. Добро пожаловать в лучший город на земле. Идем на паспортный контроль. Меня уже ждет трансфер. И уезжаем домой. Только приземлилась и пишу, гажи. Я дома. Знаете, на автомате. Просто на автомате. Он такой... Sözler verdim Senle olduğum her yer benim evim Köşe başında bir koltukta Loş bir ışığın altında kucağımda sen Ve ben Şey yaptım iyi bir araba gönder Şey olmasın Ama en iyisini gönderdiniz teşekkür ederim Mesela Sedat Bizar kendisi geldi ama Tamam, ben söylerim canım. Я уже в своем трансфере еду в отель, в котором я останавливаюсь всегда. Это, я не могу назвать это отелем, это мой второй дом. У меня там, чтобы вы понимали, в подсобке даже мои вещи лежат, ждут меня всегда. У меня там свой утюг. И управляющий отеля, его зовут Джан, мы с ним
очень хороших отношениях, и каждый раз, когда я лечу, я просто пишу Джану, я лечу, и он знает, какую комнату мне нужно подготовить. Мой самый любимый сейчас отправил за мной самую красивую, лучшую машину, говорит, под твою эстетику. Ты же любишь светлое. Вот. Так меня всегда встречает Стамбул. Здесь я чувствую себя какой-то супер особенной, потому что, наверное, здесь люди особенные, и эти люди мои близкие друзья. И в этот город я всегда приезжаю ровно так же, как я прилетаю на родину в Дагестан. И я всегда говорю это не просто так, я говорю, что Стамбул — это родина моей души и моего сердца. Да, я маму сюда привезла, и она снова увидела вот это отношение всех ко мне. А турки в целом не только ко мне так относятся, они относятся ко всем очень хорошо, гостеприимно, обходчиво, кто к ним относится так же. И плюс я говорю на их языке, живу свою лучшую жизнь здесь. И когда мама прилетела, она говорит в конце: я поняла, почему ты любишь Стамбул, из-за людей. И это на самом деле так. Я вот с Анике говорила, отказываюсь вообще лететь в Стамбул, если здесь нет Джана. Он как палочка моя, выручалочка, все сделает, везде поможет. В общем, Джана тоже здесь, я во влоге, естественно, вам покажу. Короче, водитель говорит, что тут была нереальная погода теплая, но сегодня дождик. Я Стамбул люблю в любом виде. Тут все равно достаточно тепло, поэтому все окей. Чтобы вы понимали, вышло солнце. Мэрова, Денис, насосы. В общем, меня встречает Денис. Говорит привет. Он говорит по-русски чуть-чуть. Видели мы? Чуть-чуть. Денис чуть-чуть говорит. Камерам насыл и на камеру алдын. Супер. Артик булмарла. Чекитям. Понимаю русский, but... But? I can't speak. Я у себя дома. Как я уже и говорила, приезжаю сюда как к себе домой. Это мой дом. И посмотрите, что я хотела вам показать. Просто это комната, в которой я всегда останавливаюсь, только в ней. И что ребята сделали? Мы, говорит, все подготовили, все, что надо. Они отправили мои вещи в химчистку, погладили их и принесли. И уже повесили сюда. Ну вот, как не любить и не хотеть сюда приезжать? Отель называется Fragments. Я делюсь с ним спокойно. Только рада буду, если вы сюда будете приезжать. И говорит, что от меня. И так ребята говорят, что половина людей всегда от моего блога приходят. На самом деле достойный, чистый, чистый, приятный отель. Тут весь персонал не меняется уже 2 года, и это очень классно. Не могу, расплылась в улыбке. Ради этого вида я готова умереть. Çıktı çöl rüyam, kalbimin serabı bir kader gibi çöktü zaman. Вот так вот я лежу и смотрю на свой любимый город. Просто посмотрите, невероятная красота, невероятная энергия, город харизма, город сила. И город контрастов. Завтра обязательно встанем вместе с вами на рассвет. В Стамбуле я рассветы не пропускаю. И я вам покажу, какое невероятное зрелище открывается здесь, происходит здесь, в этом городе, каждое утро. Для меня самые красивые рассветы на свете в Стамбуле. Самые. Закаты были самые красивые на Мальдивах. А рассветы стамбульские.
Я уже разложилась. Для меня очень важно сразу все разложить, даже если я прилетаю на день. Сейчас я на 4 дня, поэтому, естественно, сразу все разложила по местам. У меня уже есть. Здесь у меня лежат сумки. Я с собой взяла Алаю, Селин, Мюмю и Полен. Тут у меня лежит обычно пижамы, лонги, нижнее белье, рубашки, что-то такое. Это, кстати, мои самые любимые кейсы для чемодана. Я вот так все перевожу, и мне очень легко, когда мне нужно что-то достать, я отсюда прям достаю. Ну и здесь то же самое. Здесь у меня низы, все низы собраны вот сюда. Здесь у меня мои вещи уже разложены, висят. Моя обувь я привезла, три пары только. Тут у меня еще такое вот есть зеркало. Я сегодня, кстати, в костюме Ferrero, кто мог уже увидеть мой костюмчик от Ferrero. Здесь у меня уже все лежит. Мы с вами все косметички посмотрим. Я знаю, что вы любите бьюти. И разберем все, что я беру с собой. А сейчас я собираюсь и выхожу навстречу любимому городу. Так, я уже собралась, собираю сумку, взять себе рюкзак, зарядки, карт-холдер полностью брать не буду. Главное взять блеск, потому что губы сушатся. Мы сейчас выйдем с Никой. Что мы будем делать? Мы пойдем кушать мидии, оттуда мы пойдем кушать Хазарфен в Виану. Потом мы пойдем в Галатапорт, потому что хотим что-то приобрести, чего-нибудь из одежды. Обожаю аромат нашего отеля, он безумно вкусно пахнет. Тут диффузоры везде встроены, и аромат именно диффузора просто какой-то бомбический. Тут, кстати, картина по типу Айвазовского, но это не Айвазовский. Вот так вот я сегодня выгляжу. Ничего необычного. Хочу взять сок. Сейчас будем этим заниматься. О, это и фрукты есть. Бир заманлар sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler gerçek oldu mu? Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Так, мы сейчас находимся у Галатского моста и хотели пойти к Галате, но с нами Саникина мама и тетя. А к Галате подъем достаточно крутой, ведем их через туннель. Он так и называется, туннель. Это один из видов транспорта в Стамбуле. Тут все оплачивается тоже стамбульской картой, которой у меня, к сожалению, нет. Мы сейчас ее купим. Саня закидывает деньги. Сань, кажется, все. Я услышала. Она говорит, что все готово. Давай, 33, вы заходите. Она, подожди, она не взяла деньги, не пополнила. Так, мы не успели на наш тоннельчик. Пойдем на следующий. Здесь вот такая вот выставочка Сергей транспорта и в целом туннеля. Через 6 минут будет следующий. И я покажу в целом путь. Вот так он выглядит. У вас просто вагончик по типу подземного фуникулера поднимает по канатной дорожке. Так вот по канатам наверх. И, естественно, и вниз. Вот мы здесь.
И поднимаемся вот так, на фуникулёре, наверх, тут башню тоже проезжаем. И выходим вот здесь. Здесь уже начинается Истикляль, все дела, там Галатасарайский университет видно. Так, ну и мы выходим, и прям у подножия Истикляль. Но мы пойдем в другую сторону, потому что идем к Галате. Так, мы отсюда спускаемся немножко к Галате и идем кушать мидии, конечно же. Так, башенька наша на реконструкции, поэтому встречает она нас вот таким мрачным видом. И здесь реконструкция. Мы идем в место, это поистине место наше с Аникой, потому что мы его как-то нашли 2.5 года назад. Ну что нашли? Мы там попробовали мидии. И кажется, там Рифат Аби есть. И Тани тогда не было с нами, мы нашли и каждый день ходили есть мидии к ним. И вот они вот здесь. Не видят еще меня, не видят. Саляму алейкум. Мерава. Бурдайм гальдим. Хош булдум. Бугюн иште. Насыл хаят иш гюч. Хаят айна. Daha kötü gidiyor Türkiye. Evet maalesef. Maalesef böyle. Sizin gibi değerli müşterimizi de zaman özledik yani. Ben de sizi özledim valla. Müşteri değil mi? Abi kardeş olduk artık. Öyle. Artık böyleyiz. Müşteri değilim. Her zamanki gibi. Oh, mis. Hayır. Как сильно скучал. Вообще, по десятибалльной шкале 100. А вы что думали, когда я сказала, что мы идем в место нашей Сани, что это будет ресторан какой-то? Нет, это не ресторан. Это наш самый любимый ресторан. Мама в шоке. Где мы? Куда вы меня привели? Самая лучшая еда в Стамбуле всегда в забегаловках. Я вам еще покажу свой любимый ифрай кебаб в Джахангире. Я ради них живу, мне кажется, ради этого кебаба. Особенно среди ночи. Да. Давай. Можешь покушать мюзи, выпить фреш. А потом купить себе рюкзак и ловиду? Почему бы и нет? Чтобы вы понимали, я стекло на телефон меняю только в Стамбуле и только у Реджеп Аби. Сюда, в Галата Ковер. Я 5 лет уже хожу сюда. Все стекла меня, не знаю, кто там сегодня. О, сегодня как раз Реджеп Аби, но мы попозже с ним поздороваемся. Не сейчас. Чехлы все свои, вот такие. Мой бордовый чехол на iPad. Стекло на iPad, все покупаю и меняю у него. И штативы, кстати, у него очень классные штативы. Пеки мюштери сурую. Смол оланы качтане. 8, 12, 24. Это очень вкусно, мы 5 лет сюда ходим. Кого-то столько, 40 штук. Ой, как у вас красиво. Машаллах, Аби. Вы 100 штук берете? 40 обычно берем. Спасибо большое. Вечера 100. Это завтра. Нам принесли наши мидии. Вот так. Мы сейчас их будем кушать. А ночью, когда закрываются соседние магазины, тут они везде ставят свои столики, поэтому если приходить после 11, после 10, можно сесть на улице, прям сидеть, кушать мидии. Саника. Мастер по мидиям. Вот ну, так. Да, 140 штук. Один всегда мидии. Нет. Это мидии пилявы. Это типа плов с мидией. Кстати, берите всегда ассорти. Нам принесли ягоды. Подарочек. Ну, еще одна рекомендация. Это ресторан Гюней. Если вы оказываетесь у Галатской башни, то можете спокойно заходить в Гюней покушать. Вот, например, вот такая огромная очередь всегда к Нусрету. Честно, не понимаю,
не люблю такие места, супер пафосные, супер известные. Я по медиам. Вот это мой Стамбул. Но в Гюней обязательно заходите, покушайте, там на самом деле вкусно. А вообще, у меня есть мой путеводитель по Стамбулу. Есть ссылку просто на покупку путеводителя, да. У меня есть свой авторский путеводитель по Стамбульчику. Так, мы пришли в Виану. И будем сейчас кушать Зарфен. Так, они уже пошли к себе в номер. Я поднимаюсь в свой отель. Мы немножко устали, хотим пораньше прийти отдохнуть. Время ровно 9. Вот я тут, кстати, наладила свой режим более-менее. Начала засыпать в час. А кто не знает, у меня была бессонница очень сильная. Страдала ею пару месяцев. И сейчас на мелатонине засыпаю в 12 в час. Вот, а до этого в 4 засыпала. Мой отель находится на высоте горы. Вообще, Стамбул, как многие знают, находится на 7 холмах. Его называют городом на 7 холмах. Или на турецком это звучит как Yeditepe. 7 холмов. И вот на одном из таких холмов находится район Беолу. Это там, где Джихангир, Пера, Каракёй. На одном из самых высоких подъемов находится мой отель. Собственно, поэтому там красивый вид. И каждый вечер поход домой – это кардио. А я считаю, что после Вианы это самый прекрасный путь домой, потому что там столько калорий. В этом моем любимом Зарфене. Кстати, я вообще не люблю Сан-Себастьян, но очень люблю другой десерт, который мало кто знает, но который я советую всем попробовать. Зарфен. Кто такой? Жилный. Это одна из моих самых любимых песен. Знаете, есть песни, которые дарят тебе какие-то особенные эмоции, открывают как будто бы новые миры в твоем сознании, в твоей душе. И одна из таких песен — это песня «Узумлаш». Поют ее Эвдеки Саад. Я ее всегда слушаю, когда нахожусь в Стамбуле. Я ее слушаю постоянно, но когда нахожусь в Стамбуле, и вот с этим видом я должна ее обязательно прослушать, включить на полную громкость, особенно когда остаюсь одна, чтобы вдохнуть все, что было прожито за день, и хорошенечко вот сюда это все сохранить. Сегодняшний день подходит к концу. Я сейчас, наверное, буду спать, немножко отдохнуть. Время только 9:30, но мы рано встали. Посплю, чтобы завтра встать на рассвет. Я, кстати, умылась умывалкой от Road. Я про нее попозже во влоге расскажу подробно. Она меня просто шокировала, потому что изначально она мне вообще не понравилась. Я думала, боже, что за г. Ну, в общем, я вам расскажу завтра или послезавтра, когда буду более отдохнувшей вечером. Увидимся с вами завтра. Сегодняшний день у нас подошел к концу. Доброе утро. Время 7 утра. Я на самом деле встала в 6, так как я рано легла. Вообще очень люблю такой режим, ранние подъемы. Это один из видов такого кайфа для меня. Давно у меня такого не было, потому что сбился режим, и я рано вчера заснула, для меня рано это 12 часов, 23:30 я уже спала на самом деле. Жду рассвет, а его все нет. Только назад был утренний намаз, утренняя молитва, и вот сейчас потихонечку все начинает расцветать. Очень жду рассвет,
Надеюсь, он сегодня будет красивый. Была в середине своей утренней рутины и подумала, что я вам об этом расскажу позже, но хочу рассказать про нашумевший продукт, про умывалку Rode. Просто посмотрите на мою кожу. Сейчас я просто умылась умывалкой. И, как заявляет Хейли Бибер, это в первую очередь очищение макияжа. И расскажу свои эмоции. В первый раз, когда я взяла в руки умывалку, и, во-первых, я ее очень долго ждала. Вы знаете всю шумиху, которая была вокруг этой умывалки. И я очень люблю Rode. Вы знаете, что я люблю их блески. Просто обожаю. Это лучшие блески. Вот он сейчас на мне на свете. Особенно бесцветные. Их я люблю больше. И, естественно, я очень ждала эту умывалку. Первый раз я ее использовала и была в шоке от того, что она оказалась полным говном. Простите за выражение. Но в этот момент я именно так и подумала. Во-первых, многие пишут, что у нее нет отдушки, но для меня она пахнет не очень вкусно. У нее не самый приятный аромат в этой жизни, но, как показывает практика, к нему можно привыкнуть. Открываю рот, использую, мне не нравится отдушка. Дальше, мне совсем не нравится, как идет очищение лица. В тот день я была без макияжа. Я умывалку просто использовала как для очищения ежедневного, не демакияжа. Бегаю наперед, скажу, что в тот момент не понравилось. Так вот, использовала я ее второй раз, думаю, так, с первого раза же ничего понятно не будет. Плюс мне не понравилось, что она вот пахнет мылом, и ты как будто бы умываешься каким-то жидким мылом. Но второй раз я использовала ее на достаточно обильный макияж на лице. Ничего от нее не ожидала, просто умылась, а потом пошла убирать остатки макияжа. Я иногда убираю остатки макияжа здесь мицелляркой, и иногда прохожусь пацами. У меня всегда двухэтапное очищение, гидрофильное масло, дальше умывалка. У меня всегда оставалось тональное средство, всегда мои полотенца, которым я дальше сушила лицо. Чуть-чуть, да, где-то бывало, что есть остатки макияжа. Беру этот очищающий пац. Напоминаю, у меня был обильный макияж и умывалка Rode всего лишь одна, и я достаю эти пацы и понимаю, что они чистейшие. В общем, умывалка Rode нереально очищает кожу, просто безумно. Это глубочайшее очищение и, самое главное, не до скрипа. То есть нет никакой стянутости кожи, нет никакой сухости после нее, и при этом она нереально очищает. В итоге мой вердикт однозначно брать, однозначно я буду повторять. Возможно, станет моей любимой умывалкой, но еще рано об этом говорить. Единственная очень неудобная туба. Посмотрите, она, получается, нужно ее постоянно вот так вот открывать. А мне удобнее, когда в формате... В каком формате? Когда вот так она открывается. Вот так. И закрывается. Но у нее не такой формат, это тоже ее один из минусов. Но, ребятки, она просто безумная. Не уходя от кассы, я расскажу про свои другие любимые умывалки. Я в жизни пробовала очень много. И моя самая любимая — это Allies of Skin. Она немного похожа на Rode. Она, естественно, в 5 раз дороже, но если вы хотите что-то подобное и не ждать месяц, например, как Rode, Allies of Skin очень-очень рекомендую. Это просто умывалка-пушка. Сначала она не нравится из-за одушки, консистенции, она такая гелевая, но ее все любят. И вторая моя любимая умывалка сейчас — это умывание от PH Formula. При том, что у меня был в формате геля и в формате пенки. В формате пенки в целом я пенки не супер сильно люблю, я вам это говорила, но отлично в этом вопросе. И пусси, и вот эта PH формула в пенке, не совсем люблю их применять, но они отлично справляются. Просто смотрите, с каким видом я вам это все рассказываю. Я не хочу отсюда двигаться даже.
тут, кстати, сейчас не самый красивый рассвет, конечно, рассвета его практически нет, тут просто открылось небо и все. Надеюсь, завтра будет красивый рассвет, поэтому сегодня мы не выйдем с вами на рассвет к Галатапорту. Возможно, сейчас я соберусь и выйдем прогуляться только. Кто видел мои влоги с Европы, помнит, какое у меня там было лицо, особенно последний влог с Милана и Дубая. У меня просто высыпало ужасно, я до сих пор борюсь с постакне, которые меня там настигли. И сейчас я уже немного довольна тем, что имеется на лице. И что хочу сказать. Я вам в каждом влоге показывала свой кушонок чупа-чупса. Но в какой-то момент я не могла понять, почему мне так сильно высыпает. У меня были проблемы с кишечником, с желчным моим, я его лечила. Были перелеты, и я, знаете, чушпана искала всегда на стороне. Но мне говорили, возможно, тебе из-за чупа-чупса высыпает. Я говорила, нет, это мой любимый чупа-чупс, я пользуюсь им 5-6 лет. В итоге я поменяла уход, ничего не помогло. Я лечу кишечник, я на чистейшем питании, наверное, уже месяца 3-4. Сельдереевые соки с утра все равно подсыпает. И как-то я сидела дома и не красилась где-то неделю. И поняла, что у меня нет новых высыпаний. А так мне подсыпало каждый там день. Понимаю, что у меня нет новых высыпаний. И начинаю анализировать. Понимаю, что я не наносила свой чупа-чупс на себя. Вот. И чушпаном оказался кушон чупа-чупс. Мой самый любимый. Какой красивый он дает финиш. Не дает ни одно тональное средство. Ни один кушон в этом мире. Если вам подходит кушон чупа-чупс, просто благодарите вселенную. Потому что это лучшее средство для лица. Но видите, меня на него начало высыпать. Сейчас у меня ни одного нового высыпания. Вот уже недели две. Но я нашла аналог. Не скажу, что это аналог прям чупа-чупсу. Но это кушон от Genosis. Естественно, он немножко подороже выходит, но этот кушон, он еще с уходовыми средствами. Кто не знает бренд Genosis, это очень сильный косметический бренд. У меня от них есть разные крема. И вот я взяла, мне мой косметолог посоветовала именно их кушон. Он очень классно выравнивает тон кожи, тоже подсвечивает лицо достаточно, но один минус, у меня тут два оттенка, светлый и темный. У меня вот темный, и он все равно для меня светлый. Я люблю, когда тон лица немножко такой подзагорелый, но вот такого он, как чупа-чупс, нереального финиша не дает. Но хорошая замена. Я думаю, что лучше я уже ничего не найду. Но если вы знаете какое-нибудь средство, которое также идеально ложится на лицо, как кушон от чупа-чупс, пожалуйста, напишите в комментариях. Или напишите просто свое любимое тональное средство. Только не те, которые надо наносить спонжами и кистями. Я таким не люблю возиться. Мне нужно что-то вот в таком компактном формате. Я нанесу кушон, но для этого мне нужно нанести SPF. Я забыла, что я на ночь делала ретинол. SPF, кстати, у меня тоже от Genosis. This one. А еще я хотела вам позже рассказать, но раз мы уже начали, расскажу сейчас. Крем тоже от Genosis. Увлажняющий крем с glow финишем. Просто нереальный. Он очень классно подсвечивает лицо. Нанесу и наглядно покажу, как это выглядит. Все. Наношу вот столечко. Вот так вот он выглядит. В таком формате. Очень приятный, кстати, и одушка, и нанесение. Все приятно. И я наношу его всегда перед макияжем. И он дает такое прекрасное свечение на кожу. А glow эффект, вы знаете, я очень люблю. Я думаю, что все любят. Сразу эффекта не ждите. Хотя он проявляется, но самый смак появляется уже чуть-чуть попозже, когда крем впитается в кожу, когда кожа все впитает в себя, плюс еще ложится тон, когда сверху, где-то через часик, такое красивое подсвечивание изнутри кожи, как будто бы вы сияете изнутри. Ну и вот кожа с кушоном. Сейчас мы добавим рельефа с помощью скульптора и румяшек, и будет еще приятнее.
Ну и вуаля, макияж лица плюс-минус готов. Я очень люблю оставлять все вот так. Я редко подкрашиваю глазки. Люблю, когда все вот так супер натурально смотрится. Макияж без макияжа. И хочу вам посоветовать вот такой прекрасный чехол для кисточек. Силиконовый. Очень классно, что он силиконовый. Не пачкает косметичку. Я позже покажу, что у меня в косметичке с собой. И чем я сделала коррекцию лица. Увидимся с вами на завтраке. Знаете, перед выездом, я же на 4 дня, всего лишь на 3, мне муж говорит, зачем ты берешь огромный чемодан? Для меня очень важно, чтобы у меня все было по красоте. Вот я сейчас иду на завтрак. Это, кстати, костюм, который у меня был здесь. Просто такой спортивненький костюм, красивенький, новенький, сладенький. Его мне дарила Катя. И мне очень важно на завтраке выглядеть красиво. Даже если там одна, там никого не будет. Я буду одна, сама собой, с моим любимым городом. Вот, я приехала на свидание к своему любимому городу. Почему его не видно? Вот, видно. И для меня вот важно, чтобы у меня все было с собой. Все, что я хочу. На завтрак, обед, ужин, все по-разному. На прогулку одно. Сейчас я очень переживаю, что не взяла еще одну обувь. Надо было взять. Ачлар, савашлар, шиерден чекуш, яни, дилинден, дилинден. В отеле завтрак всегда подают одинаковый, это традиционный турецкий завтрак, но я хочу заказать что-то другое экстра. Ставили зеркало для меня. Так у нас все здесь выглядит. Если вдруг вы соскучились за боксом в моих влогах, вот, пожалуйста, Шарапутин Атаев здесь, Гаджи Салимович здесь. Шарап, ты мой влог смотрел с Дубая? Посмотри, ты там есть, ты там в главных ролях. Добро пожаловать в вечерний Стамбул. Весь в пробках. Сегодня весь день была на фабрике, на производствах своих. Поэтому выхожу к вам вечером. Уже у нас немного заходит солнышко. Мы, это я и моя камера, и вы, находимся в одном из моих любимых просто районов. Это район Пира. Здесь находится знаменитый Пира Палас Отель, Сохо Хаус. И я тут недалеко живу, мой Джихангир недалеко. Посмотрите, как красиво. Вот так вот. Не показала вам сегодня свой образ. На мне джинсики, плащ, снизу пиджак. Сегодня было такое рабочее настроение. Жду девочку. Позвала девушку, контент-мейкера, так как я одна, фоткаться мне хочется. И мы, к сожалению, только вечером смогли из-за моей работы. Иду к ней на встречу. Сейчас будем фотографироваться. Обожаю фоткать свои образы в Стамбуле. Это просто мой любимый контент в Инстаграме. Я думаю, что мои подписчики в Инстаграме, читатели, это прекрасно сами понимают, потому что тут я отдыхаю телом, душой. И это сказывается на фотографиях, естественно. Я обожаю этот город. Ужинать мы, конечно же, пришли. Вы медийную нашу. Самое вкусное, что есть на этом свете. Я честно, я редко где кушаю в Стамбуле. Вот мне мидии и все. Мы зашли в керамическую, хочу всегда сказать мастерскую, но это же магазин. Хочу себе взять кружку. Выбираем. Смотрите, какие красивые, это все ручная работа. И же вон там тоже. Очень красиво. С глазиком. Yes.
Я просто кофе пью в больших кружках, таких финдянах. Вообще нельзя давать такой выбор клиенту. Клиент очень теряется. Какой взять? Ой, смотри. Что за сладость? Фиаты мяти, па? Он и чизра. И чизра. Сладкая? Блин. Ще один зовут наш чубки, сейчас чердым. Не ладжаю, сейчас чердым. Ще из тюрьмы мне. Он до 400 лет. Как он? Красивый, да? Как понять, что ты в Караке? Все для арабов. Раньше тут звучали русские песни. Спускаемся на набережную с Галаты. К Галатаке Обрису, оттуда в Галатапон. Пришли в кофейню Espresso Lab. Это Полиночка. Если вам нужна контент-съемка в Стамбуле, пожалуйста, обращайтесь к Полине. Мне нужен был контент-мейкер в Стамбуле. Полина пишет мне в Инстаграме, скидывает свой номер. Я ее сохраняю. Она, оказывается, моя ученица с курса турецкого еще самого первого. А причем мне подружка написала, что же мне ищет контент-мейкера. Да, я искала. В общем, мы пришли в Espresso Lab. Если вы, будучи в Стамбуле, скучаете за вкусным кофе, как у нас в России, там эспрессо, латте, капучино, то в Espresso Lab его делают. Вот Поля взяла латте, а я американо. Чё он говорит, не смог прочесть мое имя? Ну а что? Что делать? Что он нет тебе? Вот так. Такие у нас красивые стаканчики. Мы сейчас находимся в том, который находится у Каракёйской пристани. Тут очень классный второй этаж, но мы сейчас не поднимемся, мы сейчас выйдем. И вот так все внутри выглядит. Зашли в Селямик, очень мне нравится эта кофейня. Эстетика, так скажем, она такая атаманская. Вот так вот все выглядит. Селямик. Тут в основном чай, но кофе тоже есть, конечно. Вот мы взяли чай и кое-какие конфетки. Вот так покажу. Прикольно. Тут вот выше ателье Red Bull, кстати. Красиво. Мы в Галатапорте. В самом его начале. И это моя самая любимая часть, где тихо, никого нет. Вот так вот все тут. Прекрасно. Еще этот азан, который ты не слышишь, к сожалению, в Москве. У меня на телефоне всегда включен, чтобы было слышно. Но когда ты его слышишь в городе, в котором живешь, это особенно приятно. Есть еще такая фраза: «И не будет мне мил тот город, в небе которого не раздается голос Муэдзина». На самом деле так. Счастье, оно здесь, сейчас. Посмотрите, просто какой кайф. Завтра я буду вот здесь сидеть. И это, знаешь, как в Тюлери, смотрите. У нас тут свой Тюлери. Вот такой. Приду сюда читать книгу. Ну вот вылитый Тюлери. На виду. Да. Ой, красота. Красота. Словила момент абсолютного счастья. Еще вот этот звук проплывающего вапора на меня как-то по-особенному действует. Так красиво, я сниму тебя. Вот так. Мы пришли в Ойша выбирать мою неспортивную одежду. Так, как-то крест-накрест, очень красиво.
знакомых говорят, гели турдуют, когда он что-то ломает или что-то падает. Типа невеста встала и весь дом сломался. Вот это где это надо искать? Смотрите, это кассы самообслуживания в зале больше сейчас. Мы сейчас больше. И он все появляется. Получается, все, что мы взяли, появляется здесь. Шайтан машин считает, посчитал. Я буду плачивать с картой. Тек-чеким. Но соси, кстати, нет вот этого тек-чеким или по отдельности. Мы заплатили. Дарю, кофе. Когда в глаза порции говоришь, хочешь совсем на турецку говорить, а тут все японцы. Сначала нужно убрать вот это. Всегда мечтала это сделать. Ой, вот и как? Все, и сюда, и сюда. Не легче, когда это делает кассира, не я. Так, я беру домой вот такую бутылку ассорти фреша, ананас, апельсин и яблоко. Сельдерея тут нет, конечно, и беру еще с собой очищенный нар. Это будет мой ужин. Пришла в номер и напялила все, что купила в Ойше. Я уже хочу на пилатес. У меня, кстати, здесь есть тренер по пилатесу в Стамбуле. Место, где я занимаюсь, прям вот два дома и выше. Если бы я на подольше приехала, я бы пошла здесь на пилатес. Думаю, что я немножко, когда потеплеет, либо может... В сентябре нет. Ну, короче, очень хочу в ближайшее время на недельку-две здесь походить на пилатес и заняться там своими делами, жизнью. Я, знаете, в Стамбул люблю приезжать не просто погулять. Я люблю приезжать тут пожить, потому что я бы хотела здесь жить. Я всегда говорю, что живу на две стороны. У меня здесь есть какая-то своя устоявшаяся жизнь, люди... Работа. Я могу каждый день ходить на работу, на производство свои. У нас тут своя фабрика. Я тут, как в Москве живу, я тут также. Утром иду на работу, вечером гуляю. Придет ко мне Санечек, пойду ее встречу. Мы закажем домой мидии. Кстати, сейчас уже надо написать, чтобы Ильфан Аби мидии привез. Он так никому не возит, чтобы вы понимали, только нам. Причем сам на своем моцике. Будем с ней пить фреш. Я тут взяла целую бутыль. Вот такой. Взяла нар. Я вам его уже показывала. Вот такой. Завтра хочу выйти к Босфору, почитать книжку. Вот в таком виде. Да. Бегать, конечно, не буду, но книжку читать можно. Вот на тех стульчиках, пока Саня будет спать. Хотя она не Соня. Но все равно молодая мамаша, оставим ее спать, а мы пойдем с вами на набережную. Надела белый просто. Какие они приятные, ребят. Если есть возможность у вас заказать Ойше, обязательно их заказывайте. Я знаю, что сейчас у Белью вышел похожий лонг. Я его не мерила, не знаю, как он выглядит. Но вот то, что я брала на Wildberries, это, конечно, не совсем то. Он такой латексный, не очень приятный. А этот вот прям супер, крайне приятный к телу. Я сейчас еще его вот так застегну. М-ки не было у белого. Хотела М-ку взять. Алла-ла. Ну все. Я готова к своим тренировочкам. Кстати, топ тоже взяла сзади, вот на перекрест бретелечки, у него тоже очень классный, достаточно удлиненный, короткий, я не люблю. И вуаля, спортсменка, комсомолка. Красивая одежда, она мотивирует к занятиям спортом, занятиям спортом. Вот так. Когда целый день говоришь на турецком, русский язык, уезжает куда-то в Бангладеш. Гаджи Салимович, как там без меня вам живется?
Отлично. А теперь честно. Мамулик, родной. Твоя мать оставила бросила нас. Начала шарманка. Угу. Оставила, бросила нас, оставила, твоя мать. Бросила. Еще не переживай. Да, я такая. Да, я такая мать. Есть у тебя, корм тоже есть, все есть. У нас на самом деле не опасный район. Чуть выше, вот здесь начинается Тарлабаши, и Тарлабаши это один из опасных районов, раньше был, сейчас уже не так, но такой неблагополучный, где даже полиция не разбирается ни с чем. Но нашего Джихангир, Топ-Хане, вечером тут могут быть там бездомные, какие-то пьяные нет, но ну такое, вы поняли. Ничего опасного нет, но все же одна я, например, не люблю ходить. В целом я ночь не люблю, я ночью люблю бывать дома. Ночью я не люблю находиться где-то, что-то делать. Я люблю бывать дома, либо выйти вот так во дворе где-то посидеть, чай попить в тихом месте. Поэтому иду встречаться Нику сейчас, чтобы она одна не шла, и плюс веселее так. Ой, ребята, даже не могу вам передать, как мне хорошо. Я не знаю, сколько раз я сказала это за влог. И не знаю, сколько раз я за жизнь сказала, что нигде мне так нехорошо, как в Стамбуле. Но я вам еще раз скажу. Просто тут у меня... Вот, знаете что? Раньше я смотрела очень много сериалов, когда учила язык турецкий. А сейчас я столько не смотрю, потому что моя жизнь сама как сериал. Когда я еще чаще начала приезжать в Стамбул, и когда здесь у меня появилась своя жизнь, своя рутина, свои люди. Вот, например, я зайду сейчас туда, мне скажут: «Хош гельдин абла, давно тебя не было». И вот так у тебя есть свой человек, кто там тебе может подровнять штанины. У тебя есть человек, у которого ты идешь покупаешь семит каждый раз. У тебя есть человек, у которого ты идешь постоянно покупаешь сок свежевыжатый. То есть, когда рутина, она полностью обоснована у тебя, основана, или как сказать, не знаю, что-то у меня с русским языком, простите. Я целый день говорю на турецком просто. Это по-другому. Это абсолютно другие чувства, когда ты идешь, сдаешь свои вещи в химчистку, тебя все знают, ты все знаешь. Со Стамбулом у нас такие отношения, слишком близкие, мы очень близки. В общем, она еще не доехала, буду ждать ее здесь. Кстати, есть еще у Стамбула свои звуки, это на самом деле такой шумный город, свои звуки, которые ни с чем не сравнятся. Первое — это трамвай. Второе – это чайки. Третье – это как пищат автоматы, где ты покупаешь стамбульскую карту. Четвертое – это корна сеси. Это сигнал, шум, запах сигарет. В целом шум машин, наверное, с окна. Ой, какой там дружок идет красивый. А кто такой? Место встречи изменить нельзя. Мерхаба. Мы, Джихангир, и мы. Как будто бы домой приехала, Шуни. Ну домой же, ну домой. Чисто мой дом Султан Ахмед, твой этот, Джихангир. Джихангир. Как поехали, ты? Хорошо, как в старые добрые времена. Ровно год назад, чтобы вы понимали, мы были в таком же составе. Также скучали по Тане. А что было год назад? Мы были также с тобой здесь. Да, представляете, я вчера открыла Таня фотопленку. Была с нами, она уехала. Таня была с нами, уехала. Я была беременна, они меня вот так охраняли. Принцесса Сания. Да, Таня носила мои чемоданы, со мной помогала мне. Да. А в итоге оказалось, что Таня тоже беременная. Мы с ней разговаривали по видеосвязи в отеле. У меня есть фотка. И вот сегодня у Саники уже 4-месячный ребенок. Какая-то красивая сегодня. Что сделала? Волосы собрала. Хочешь кебаб? Он ничего-то не ответил. Ты какая? Наевшись? Какой у тебя костюм? Это Ferrero, Ferrero Girl. Алло, Ильфан аби. Биде, бизе карышик şey, meyve suyu verirsen çok iyi olur. Ben veriyorum. Bak ne kapattık da bakalım ben yapayım sana. Ha, tamam. Tamam. Karışık ama.
Tamam, bir de 40 tane midye. En güzelinden. Çok teşekkür ederim. Spesiyal etmeyi Sağ ol, sağ ol abi. Сейчас привезут мидии нам. А когда не мидии? На своем моцике приедет. У него, короче, есть мотоцикл вот весь такой. Модный на районе ходит. Один день просто, я не могу этот день забыть. Я сплю вот здесь. Один раз сижу. Пришла очень уставшая, вот здесь сплю. А я, чтобы вы понимали, если подруги со мной, я не люблю спать рано. Я люблю вот так сидеть, болтать. И лежу. А Садя беременная. В один момент просыпаюсь от звука, кто-то что-то жует. Нет, я очень долго держалась. Я не кушала, я думала, блин, у нее очень чуткий сон, а знание у меня вот подышите, я проснусь. Я думаю, блин, не буду кушать, а это здесь, а когда мидии кушаешь, достаешь их с пакета, еще их ставишь, они, короче, шумят. А мы мидии на ночь брали, и у нас осталось. Я сидела и думала, не могу больше лежаться, они еще там стоят. Я открыла сначала их аромат, я думаю, так, вроде не проснулась, а потом открыла, и каждая так аккуратно ела, просто я пыталась ее не разбудить. Я просто смотрю, что она жует там мидии, я была такая уставшая, это мне вообще не мешало, я просто... Нет, тебе не мешает, я такая, нет. Нет, ты мне реально не мешала, я такая резко заснула снова, она такая сидит, кушает, это была очень смешная картина. Вот какой ресторан, когда у нас такой вид? Да. Никакого ресторана не надо. Шуня организовала нам эксклюзивную доставку. Мидии нам мы заказывали? Сейчас буду. Да, мы заказали мидии. И что нам сделать? Да, еще 10 штук нам дают в подарок. Итого 50. И чтобы вы понимали... Нет, но наша золотая цифра это 40. Не знаю, откуда она взялась? Не Почему знаю. Не 50? Ну вот с Саней, когда идет типа мидии... Тебе 20 мне. Там хозяин готовит сами мидии. Ну, его сестра готовит, он их там... Да, вот этого его дяди, который там работает, жена работает, тетя получается. Да. Заметил ту я инфанапина, ты бен... Я бен аша инартым я... Чок тиши кюнитерим я... Чок заметил дядик, а ты сана? Миша, ты каждый раз ему чай выездил. Я сейчас не оставляла. Алла Саки не оставлял. Он не дает, он... Я ему один раз хотела оставить, он вообще не дал. Сейчас тоже говорит, мы же с тобой брат и сестра, не оставляем. Когда здесь лето, мы вообще еще открываем. Да, нашу террасу. Она выходила к 5, получается, после прогулки у Алимы бывает глубокий сон. И это мамские разговоры. Я говорю, обсуждаем прогулки детей. Кто когда гуляет, а как мы говорили, год назад мы тут узнали о беременности. Кто, чтобы вы понимали, они мамаши головного мозга. Да, не как вам кажется в Инстаграме. У Саники такой режим, что у меня такого режима никогда нет.